Всем салют и добро пожаловать на прохождение игры God of War, Бог войны. С вами, как всегда, Андрей Доцент. Ну что, давайте начнем проходить первую часть этой, без преувеличения, легендарнейшей видеоигры про спартанского воина Кратоса, который начал там рубить, резать все и вся во имя мести и отомщения. Ну что, давайте-ка начнем, собственно. Что оттягивать-то? Начать. Воин, герой Спарта, тяжко, бог. Бог у нас недоступен. Воин это будет слишком легко, Спарта, я думаю, слишком тяжеловато. Я думаю, выберем самый оптимальный вариант, норма. Игра была запущена на эмуляторе, будем надеяться, что игра не будет подвисать, но если она и будет подвисать, то надеюсь, это будет не очень критично, друзья. Ну что, давайте приступим. Боги Олимпа покинули меня. Теперь не осталось надежды. И Кратос сбросился с самой большой горы во всей Греции. После 10 лет страданий, 10 лет бесконечных кошмаров, все это наконец-то закончится. Смерть будет его спасением от безумия. Но так было не всегда. Кратос когда-то был чемпионом богов. 3 недели назад, Эгейское море. Ну что, твари, я отправлю вас обратно в царство Аида! Вот так вот у нас уже сходу брутальненько начинается игра. Я немножечко поиграл сначала, чтобы убедиться, что эмулятор работает. Вроде как все нормально должно быть, поэтому давайте-ка будем проходить. Будем проходить. Естественно, некоторые моменты я уже знаю, какие тут заранее будут. Что-то по памяти, что-то сейчас вот на эмуляторе попробовал чуть-чуть. Поэтому я не буду все это дело спойлерить. Сделаю, прикинусь, сделаю вид, что ничего ни хрена не знаю. И тем самым будет, надеюсь, интереснее. Ну что, давайте разбираться. Разбираться с этими ребятами на корабле. Навыков у нашего главного героя не очень-то и много. Их вообще практически толком нету. Ну, начало истории, ребят. Всего лишь начало истории. Игра у нас озвучена на английском языке. На русском только текст у нас. Поэтому что-то я буду частично озвучивать. Что-то переводить, что-то объяснять. Надеюсь, сам пойму. Надеюсь, вы поймете. Вон тут у нас подкрепление вылезло. Надо и с ними разобраться. Но эмулятор вроде как стабильно работает. Хотя и в некоторых моментах бывает он зависает. В некоторых моментах он бывает не тоже зависает, притормаживает как бы игра. Но тем не менее, это может быть даже, знаете ли, друзья, быть на руку по одной простой причине. Если время замедляется, нам больше времени подумать, да, есть над чем. Более грамотно провернуть какую-нибудь комбинацию ударов. И это будет охренеть как здорово. Это у нас уже будет прям какая-то помесь Матрицы и God of War. Ну что, давайте открывать. Давай, Кратос. Вот так вот, все. И, кстати, по поводу небольших графических багов. Тут возможны такие вот косяки, как вот вы заметили. Вот этот вот ящик со здоровьем. Он немножечко как будто в какой-то дымке. Но это не критично, это не критично. Давайте-ка откроем. Я как только не пытался избавиться от этого дела. И вот здесь вот немножечко проседает. Ну, вы, в принципе, и сами все видите. Я бы сказал, немножечко, а конкретно. Но, тем не менее, это, я думаю, не критично. Давайте-ка пробираться внутрь. Естественно, друзья, мы будем все по пути сшибать, ломать, сокрушать, чтобы получить заветные очки опыта. Нам это все надо. Абсолютно все. Нажмите L1 для блокировки. Ну вот, я нажал. Правый стик это у нас уворачиваться, там все дела. Что, давайте двигаться. Давайте двигаться. Так, опа-на! И тут у нас вот такой вот типа, как бы босс под босс вылез.
Первый раз, когда я его валил, когда тестировал, это вообще была какая-то муха. То зависало, то косяки, то у него здоровье не так отнималось. В общем, черт знает, что было. Сейчас, надеюсь, все будет в порядке. Да и должно быть, в принципе. Ах ты, зараза. Надо блокировать нормально. Опаньки. Есть. Опаньки, я даже как бы контратаку какую-то сделал. Только завершающей атаки у меня нету, к сожалению, для этой контратаки. Ну, навыков не густо. Вот, все, здоровски. Нажмите кругляшок, чтобы запустить мини-игру, когда она появится над головой противника. И вот тут у нас наступает, наверное, самый охренительнейший момент вообще во всей серии видеоигр God of War. Это фирменное добивание Кратоса. Давай, понеслась. Успевай только кнопки нажимать. Quick time events. Ну, давай, еще раз. Вот так вот. Блин, в кино такого точно никогда не покажут, наверное. А если и покажут, то не скоро. Все. Разобрались. Ну, давайте-ка двигаться. Вот тут вот нам надо, короче, пройти. Надо пройти аккуратненько. Меня вот одно поражает. Вроде Кратос у нас такой прямо воин. Там и дерется, и мечами так машет, и куча навыков там. А пройти по элементарным доскам — это такая проблема? Постоянно сваливаешься. Да чтоб тебя! Давай еще раз. Вот, да ядрить твою налево, давай поднимайся. Вот так, вот это другое дело. О, прыжком. Бочки эти, естественно, мы все ломаем. Вы гляньте, что там на заднем плане творится. Эти змеюки там повсюду просто. Нам надо вроде сюда. Уйди! Уйди от меня! И заперся. Я знаю, кто ты, спартанец. Я знаю, что ты сделал. Я лучше умру, чем ты меня спасешь. Правильный выбор, чувак. Вот Кратос — это тот тим, знаете ли, с кем вообще никак не хочется встречаться. Вот ящики, видите ли, они у них немного какие-то вот косяки графические. Хотя вот бывает, если свернуть и развернуть как бы игру, то они исчезают. Потом то появляется. Ну, я думаю, мы не будем по этому поводу 20 раз париться. Мы просто заберем то, что здесь есть. Знаете ли, это даже может быть какая-то немножечко своего рода элемент сюрприза. Потому что иногда бывает, не понимаешь, что за ящик перед тобой. И каждый ящичек — это прям какая-то загадка своего рода. Ну, посмотрим. Открывай, смоги. Опа-на, здесь тут черт знает что творится. И смотрите, кстати, вроде даже как бы не лагает, да? Вроде даже как и не лагает. Это вообще-то охренеть как здорово. Ну, немножечко есть, конечно, проседание, но не настолько, как вот у меня при первых запусках. Это вообще ужас какой-то был. Слайд-шоу, презентация была. Давай, вали вот этих вот летяг. Там, думаю, уже утащили кого-то к чертовой матери. Давай. Блин, его на две части разорвали. Все. Какая-то вообще резня дикая идет. Да отвали ты от меня нахрен, ё-моё. Ой, и второго порвали. Да ёлки-палки, ну чё ж вы так-то, а все загибаетесь. На тебе. Всё. Никто не уйдет отсюда живых. Я не понимаю, откуда эти люди вообще берутся. Чё они здесь делают? Вы гляньте вообще, что творится. Какой-то хаос, если честно. Давай. Летяк валим этих. Ну... Слушайте, их что тут, бесконечное, что ли? По всей видимости, да. По всей видимости, да, бесконечное. О-о-о, все. Вот это другое дело, тут что-нибудь можно сломать? Нет, к сожалению, нельзя, поэтому давайте будем двигаться дальше. Опа-на! Тварь вылезла. Ух ты, и сразу укусила. Давай, бьем. Здоровье прям еле-еле отнимается, зато... От меня прям... Опа-на! Захватили. Давай, нажимай, Кратос. Вот так вот, нифига себе. Сейчас тебе все зубы просверлим. И давайте будем лупить. Блин, мощная атака не туда прошла. Ну что? Блок. Есть. Кстати, во время этой атаки немножечко как-то подвисало. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой, прям в воздухе поймал меня. Давай ты, ё-моё, выбирайся из этой пасти.
Вот так вот тебя нахер всю челюсть разнести. Во, здорово. А так, падла, бей ее. Все. Есть. Опа-на. Ой. Фига себе он. Она, он. Что-то то он, то она. Атаку такую. Блин, опять меня схватили. Да елки-палки, сука, можно. Давай, во. Вот это другое дело. Все, замечательно. И еще раз. Во, нормально, нормально, нормально. Тяжелая атака пошла-то, а. Ох ты. Да сколько ж можно, а. Постоянно. Кстати, вот этот вот момент, когда вот надо нажимать на кругляшок при первом запуске, вот когда вот с этой змеюкой дрался, она это самое, не нажималась. То есть меня постоянно прожевывали все время на старте. Это вообще какой-то косяк был дикий. Не знаю, с чем это было связано, но тем не менее, это как-то все было весьма печально. Опа-на, и у нас ящик, только он ничем не светится, ни зеленый, ни красный. Тут у нас, значит, очки опыта. А здесь тогда что? Давайте глянем. Открывай. Во. И еще очки. Замечательно. У нас, кстати, шкала интересная. То есть заполняется красненькая. И как только она заполнится, у нас появляется как бы один там, потом, видимо, два. Ну, в общем, все дела. В общем, нам надо сюда спускаться. Ну, давайте спускаться. Кто там орет? Help. Что-то куда-то мы поплыли. Что у нас здесь? Здесь у нас ни хренашечки нету, ну погнали сюда, погнали сюда. Иногда камера такой ракурс берет, что ни хрена непонятно. Чё да как, давай-ка прыжками. Во, во, вот вы-то мне нужны, нажмите и держите треугольник, чтобы подбросить противника в воздух. Давай, пусть они пока там летают, а я с этими разберусь. Ё-моё, хватай. Есть. И еще раз, все, забил. Опа-на! Полетел! Вот это другое дело. Не, мы всех забьем, мы никого не оставим в живых. Нам абсолютно все нужны. На заднем плане веслами, лопатами дерутся. Ни хрена себе. Ребят, да с таким оружием просто минус 200 к урону. Я не знаю. Могли бы что-нибудь получше взять. Какого хрена весла, лопаты там? Ну давайте пойдем. В общем, здесь что-то какая-то бойня своего рода была. Давай, 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 двигайся, двигайся. Блин, я уже боюсь стик откланить куда-нибудь. Так, у нас там, а здесь... Ах, ты ядрить твою налево! Эх, бывает. О, ну слава богу, хотя бы рядом. Слава богу, хотя бы рядом. Я, кстати, могу использовать встроенную систему сохранения эмулятора, но я думаю, лучше не стоит, потому что мало ли что. А вдруг какие-нибудь косяки? Ну-ка. Аккуратненько, аккуратненько. Во! И смотрите, и ящик-то сразу стал показываться нормально. То есть, чтобы все работало стабильно, надо всего-то, получается, сдохнуть просто-напросто. Нравится мне такая система. Короче, в случае чего просто двигаем кони, да? И сразу начинает все работать стабильно. Обалдеть просто. Ну давай двигаться назад. Да куда ж ты, Кратос, ядрить твою налево? Вот так вот, аккуратно. Блин, это, наверное, самый опасный враг в этой игре. Это эти, блин, балки эти всякие, где равновесие держать надо, мачты. Вот. Аккуратненько, аккуратненько, Кратос, ну что ж ты так шатаешься-то, а? Нифига себе там едят кого-то. Так. Все, давай, 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 давай. Ладно, ускоримся немного. Он ведь, зараза, когда срывается, он бывает это самое. Как бы не цепляется, как это и должно быть, а просто падает сходу, и все, ну, собственно, все это видели. Так. Это ты? Видения были реальны. Боги пришли ко мне. Сказали, что придет их чемпион и спасет нас от Гидры. Но слишком поздно. Нас окружили. Эти твари появились словно ниоткуда. Корабль почти уничтожен. Надежда потеряна, спартанец. Даже для тебя... Охренеть просто. Караул.
Так, ладно, давайте-ка открывать. Давайте-ка открывать. Что у нас тут? Это у нас сохранение стандартное так помечается во всей игре. Но нам оно пока не нужно. Что это сейчас было вообще? А, это подсветилось как бы. Да нет, пока сохраняться, я думаю, не будем. Нам нужно попасть вон туда. Так, короче. Нам нужно, чтобы туда добраться, ящик этот подвинуть. Давай-ка. Насколько я помню, только этот ящик могут запросто подстрелить. Давай. Ах ты, ё-моё, куда ж ты? О, попали в ящик. Вот это вот очень хреново на самом деле. Этого вообще не надо. Так, ждем окна. Ах ты, зараза. Во. Да сколько ж можно-то, а? Постоянно в ящик попадают. Еще раз. Во. Все. Нормально. Ах ты, тварь, а? Вот козлина, а? Смотрите, вот что сделал. Ну, паскуда. Ладно. Дубль... Ах ты, блин, в задницу стрелой попали. Ёлки-палки, это хреново. Давай. Есть. Давай. Блин, тащи этот ящик. Ах ты. Ну ладно, хоть по трусам съездили. Блин, сразу два. Давай. Да нет, да вы слушайте, это что такое вообще, а? Этот ящик хрен дотащишь. Ты что ж ты делаешь, Кратос? Какого хрена? О, нажмите атаковать, чтобы. Ну-ка. Может, пусть они сломают? Он уже и так урон понес достаточный. Да, там не вариант, как говорится. Вот он снова появился. Ну-ка, давай-ка. Давай, Кратос. Во. Аккуратненько, все. Отлично. Теперь нам нужно дождаться момента, чтобы толкнуть его. Давай, надеюсь, пронесет. Во. Давай, тяни его. Во, нормально. Конечно, один попали, но что же делать-то? Вариантов не густо, как говорится. Опа-на. Все. Нет, вы посмотрите, а все равно попадает. Да вы что, охренели, что ли, в конец? Все, отлично, добрался. Для двойного прыжка нажмите два раза на перекрестие. Во. Да чтоб тебя, бей ты уже. Бей ты их, вот так вот. Вот твари-то, а, достали. Ну все, ребят, вот вы попали-то конкретно. Их понеслась, на тебе. Во, я что, сразу одним ударом всех приделал, нифига себе. Хороший, кстати, вот этот вот навык и способность. Ну что, давайте двигаться дальше. Видите ли, где-то нормально все идет, где-то подвисает. Ну а что поделать-то? Кто-нибудь вытащите нас отсюда, найдите ключ. Ключ найдите. Они идут. Вытащите нас отсюда. Это дверь капитана. Дверь закрыта. Судя по всему, здесь прячутся женщины. Кратос, однако, был чертовски догадливый. Такие умозаключения сделал. Женские крики, да? Там, очевидно, женщины, подумал Кратос. Когда напряг все извилины. Ладно. Шерлок Холмс с Ватсоном отдыхает. Ну, надо теперь с этими разбираться. Ну, вот эта вот атака, вот обычная, которую квадратик и треугольник предлагают, она вообще фуфло, если честно. Лучше это, хватать их и скидывать, пока что-нибудь другое не появится, потому что, ну, знаете ли, вообще как-то бьешь, а чё толку бьешь? Во! Давай, хватай его за пятку, скидывай. И еще раз, вот так вот. Давай ты ползи, ё-моё. Хватай ты его. Вот так вот. Вы гляньте, сколько они здоровья отнимают, а? Это ж охренеть просто. Ну что, сумасшедший, что ли, совсем?
Ах, давай, вот, левый, вот, говорят, вот этот рычаг, кругляшочек. Схватить противника на подъеме, да скидывай ты его. Все, давай, поднял. Да, ты тварь, на тебе, на. Мне вот интересно, как вот Кратос умудряется вот бить мордой об эти канаты. Я не знаю, честно говоря, даже что это конкретно, ну, что-то типа этого. Как будто это стена, знаете ли, не знаю, там, бетонная какая-то. Как он вообще умудряется так? Я вообще не пойму. Но это ж Кратос. В его руках любой предмет, любое оружие, окружение становится смертоносным. Ага, так нам как бы намекают, используйте и этот, чтобы туда попасть. Ну давайте-ка сначала посмотрим, что у нас есть. Главное не свалиться отсюда. Так, аккуратненько, да, во, все, нормально, давай, во, отлично, нифига себе, сколько сразу, ну, погнали, давайте двигать отсюда, офигеть, так, вот сейчас вот общий вид такой у нас вот открылся, что вообще происходит, тут вообще какая-то задница, откровенно говоря, ну, погнали. Корабль что-то на скалах делает вообще, да еще какой-то полугрузовой, по всей видимости. Что-то ни хрена непонятно, ребят, что у вас тут вообще происходит? И на тебе, вот так вот. Давай-ка, открывай этот ссаный ящик. Что-то то такие ящики, то такие. И хрен его еще поймешь, что есть вообще что. Во, видите, а этот ящик как бы невидимый даже. Что у нас тут? Глаз... Глаз Гордона. Это что это? Горгона вроде, да? Какой Гордон? Глаза Гордона теперь собираем. Так, обалдеть. Найдите 5 для улучшения здоровья. Глаза Гордона. Блин, бедный Гордон. Ладно. Ну что, давайте тогда зайдем туда, посмотрим, что у нас там. Обалдеть. Вот перевод, конечно. Глаза Гордона. Ладненько. Насколько я помню, там еще были перья в других частях. Они тоже там улучшали, по-моему, магию. Вот только перья на этот раз чьи будут? Уже боюсь спросить, если честно. Лорд Посейдон, Кратос, перед тем, как ты доберешься до Афин, есть задание, которое ты должен завершить. Это тварь, это гидра. Она терроризировала мои владения слишком долго. Твои навыки впечатляют. Но тебе нужна помощь. Тебе нужна сила богов. Возьми это оружие, Кратос. Возьми эту силу и используй ее, чтобы победить своих врагов. Ни хрена себе. Вы получили гнев Посейдона. Иди с богами, Кратос. Иди вперед. Во имя Олимпа. Выберите гнев Посейдона, нажав стрелку вправо, и нажмите L2 для начала атаки. Так, ну я нажал вправо, а она у меня как бы уже выбрана. Ну давайте-ка L2. Во, нормально, кровожадный. Электричеством бьем. Обалдеть. Так, ну ладно. Конечно, это все хорошо, но магия что-то у меня ни хрена здесь не восстанавливается. Обычно, вот я помню, призрак Спарта, если какая-то новая магия, то давали, как бы, некоторые... бесконечное количество на время обучения данной способности. А тут что-то ни хрена не дают. Поэтому я думаю, я лучше приберегу драгоценную манну и использую ее потом. Так, тут у нас предлагают сохранение. О, давайте-ка подберем. Отлично. Ну подбирай давай ты. Ёлки-палки. О, здоровски. Ну давай-ка подниматься. Уберите их с корабля! Почему они не умирают? Это вся главная голова! Она лечит остальные! О, нет! О боже! Мы никогда не уберемся отсюда! Обречены! Мы все обречены! Нам всем конец! Да он храбрец! Опа-на! Посейдон, спаси меня! Все. Отмучился. А Кратос видит в этом только цель. И весло хватай. Блин, весло схавали. Ладно. Жесть.
Так, вот у нас получается первый босс своего рода, Гидра. Чтобы добраться до этой проклятой Гидры, нам нужно сначала с двумя этими разобраться, мелкими. Потому что, если попытаться забраться, то видите, какая херня, они плюются в меня, плюются просто. И ни хрена не получается, поэтому давайте-ка будем разбираться с ними. Опа-на, блок. И еще раз. На тебе. Во. Кстати, с них, по-моему, здоровье пошибче снимается. Ах ты, тварь, а. Взяла, притянула меня, значит, водой засосала. Да чтоб тебя, а. Давай, ты лупи ее, на тебе. Опа-на, атака круговая. Блин, не успел ни хрена. Да не достали, оттуда, сюда. На тебе. Ух, вы гляньте, сука, снимает, да? Тварь, а. Давай, круговая атака, вот, воздушная. Все, есть. И еще раз. Ах ты, тварь. Давай, уворачивайся. Я вот здесь встану лучше. Опа-на, все. Я лучше вот здесь встану, чтобы меня это не засасывало, вторая. Блин, зараза, она все равно засасывает. Черт, это хреново. О, нормально, нормально. Да елки-палки, а. Сколько можно? Сколько ж можно? Ну, хотя бы я уже прилично так здоровье снял. Опа-на. Смотрите, все, приземлилось. И сейчас нужно нам сделать добивание. Нам как бы намекнули, как это сделать. В общем, берем, идем вот сюда. И вот так вот, есть. Все, пригвоздили просто-напросто. Блин, а я здесь? Нихрена себе. Так, ну давай-ка вот теперь с этой разберемся, тварью. Есть! Все, отлично. Ну и тут, в принципе, аналогичная процедура у нас, как бы. Давай. Есть! Здорово. Восстановили все, кроме маны. Ну и давайте подниматься. Разберемся, как говорится, с главгадом. Опа-на. А эта башка поболее будет. Да что ты орешь, ё-моё, давай-ка. Все. Есть! Ага, блок здесь не поканает у нас. Зато можем использовать электрический заряд. Давай. Вот, неплохо, да, прямо? Бьет электричеством. Все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слава богу, я вернулся. Во. Есть. Блин, нет. Ни хрена. Тут, короче, правый стик надо использовать для этих целей. Потому что так использовать блок, он как бы здесь вообще никакого эффекта не имеет. Во, кругляшок появился. И давай, Кратос. Начинаем. Вот так вот. Тяни, ё-моё, на! Вот это другое дело. Вот это я понимаю. И мана как у нас установилась сразу. Хорошо. Смотри, сдувает меня. Еще и здоровье регенит. Охренеть просто. Не, блин. Тварь, а. Хорош орать. Все. Так. Ах ты. Так. То есть, чтоб тебя. Давай уже там укуси куда-нибудь. Ах ты, тварь, а. В молоко. В молоко. Ой. Чё-то она прямо злится, походу. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ах ты, тварь. Нифига себе меня куда снесло. Обалдеть. Ладно, хоть здоровье не отнимается. А эти все у нас там вот самые прибитые к полу. Ну, давайте подниматься. Да столько ж можно-то, а? Сколько же можно? Нет, смотрите, а, не успокоится никак. Тогда битва долго будет идти. Еее, нормально. Вот это другое дело.
Есть. Ой, хорошо. Хорошо, давай-ка. Давай, 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 тяни. Тяни, Кратос. Есть. Неплохо. Еще и ману собрали. Тихо, 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 тихо. Давай. Так, кусать будет. Да чтоб тебя, а. Может быть, просто легкой атакой бить ее? А то я пока там замахнусь, пока ударю, она уже с другого места кусать будет. Во, легкая атака, нормально прям, вообще. Давай, 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 давай. Во, неплохо, неплохо. Все. Давай. Давай ты тяни, ё-моё. Есть. Здорово. Угу. Отломали эту штуку мы. Ой-ой-ой. Все. Блин, а прикиньте, если я сейчас так вот улечу куда-нибудь за пределы, и все. Задница. Блок поставим. Во. Кусать будет. Есть. Нормально, это мне только на руку. Кусай, кусай, кусай. Да чтоб тебя, а. Как же долго все делается-то. Так. Нет, так дело не пойдет, определенно. Ой, ё-моё. Давай. Эх. Зараза. Еще раз. День бам, она то атакует, то орёт. Она, походу, сама не определится, что с нами делать-то. Да ёлки-палки, ну ты чё, гонишь, что ли? Да давай ты, блин, мачту эту обижать. Это ты чё, это типа прикол такой? Я так вообще никакой атаки не смогу сделать такими темпами. Ну, кусай. Есть. Есть, прям по ноздрям дал. Ах ты, зараза, а. Кусай. Есть, во, отлично. Неплохо так. Давай, 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 давай. Во. Неплохо. Вообще здорово. И еще раз. Ах ты, тварь, а. Сколько ж тебя лупить-то можно. О-о-о. Конечно. Конечно. Как же иначе-то, ё-моё. Давай, поднимайся. Ладно, хоть здоровье так не восстанавливает, пока я там валяюсь. Давай, ах ты тварь, а. Блин. Кратос, давай тоже, что ли, в ответ ори. Я не знаю, делай там что-нибудь. Так, где мы... О, кажется, все, да? Нормально? А, смотрите, типа оглушил. А, во, появилось. Так. Есть. Кругляшок. Отлично. Глаз выдернул. Или что там сделал? Ни хрена себе. Ни хрена себе. Давай, Кратос, тяни. Как в раскорячку-то все. На. Есть. Ой. Ой, нормально как. Ой, хорошо. Давай прямо подергай, подергай вот так вот. Во. Даралась, тварь. Че? Че чихаешь? А, все. Аллергия до канала, да, все-таки. Да, и вторая туда же. Типа главную башку замочили, и все маленькие тоже это самое. Кто-то орет, помогите мне там. Ну-ка. Во. Помогите. А, это этот у нас. Бедолага. Угу. Ключ. Капитан. Спасибо. Хвала богам, ты пришел за мной. Я приходил не за тобой. Кратос вообще просто это самое поражает своими решениями. Вы получили ключ капитана. Капитана, так, я туда сигануть, к сожалению, не могу. И поскольку у нас есть ключ капитана, мы можем теперь открыть ту дверцу, которая есть на том корабле, который там на скалах у нас расположен. Только до него добраться нам надо.
Ну-ка давайте-ка, во! Во, давай! Поднимайся! Так, откроем ящички. Ну справа-то все понятно, здоровье, а слева что? Это что у нас? О, второй глаз Гордона, бедный Гордон. Ладно, давай погнали. У Гордона, оказывается, было 5 глаз. Ладненько. Все. А, все понятно. Вот мы попали вот сюда, где мы этот ящик толкали. Этот вот бедолага, которому в глаз залепили. О, эти лучники теперь здесь появляются. Конечно, давай, забивай-то. Ух ты, тварь, а. Тварь. Кто там что-то крякает как будто. Ладно. Хотел я все захватом сделать. Но вижу, по-хорошему не хотят. Еще раз, вот так вот. Разрывай его, во, другое дело. Так. И понеслась. Блин, что-то на этих ящиках вообще неудобно бой вести. Вообще неудобно. Так. Блин, а. Откуда вы все только лезете? Есть. Все, рви, рви, рви. А, блин, нифига. Я хотел, главное, в этого кинуть его, а долбанул об ящик. Что-то фонарь как-то себя странно ведет. Ладно. Где-то еще тут. Все. А, вот кто крякал-то у нас тут. Мистер Кряк. Все, сдох. Да, кажется, нормально. И вот там у нас находится, в общем, вот эта вот дверца. Давайте поднимемся. Давайте-ка поднимемся. Все. Отлично. Нажмите R2, чтобы открыть дверь ключом капитана. Здорово. Это ни хрена себе замок какой-то. На шее, значит, висел один ключ, а тут он вставил, я не знаю, раз в 10 больше. Обалдеть, просто у вас тут, ребята, все сделано нестандартно. Ну-ка. Угу, дверца. О, это трезня дикая. Обалдеть. На! Стандартная процедура для Кратоса. Нифига себе. Рубанул он. Да. И музыка эта зловещая. Зарезанные как животные, жертвы лежали перед ним, напоминая о его прошлом. Прошлом, от которого не убежать. Его единственным спасением было море. Постоянно путешествуя от бухты к бухте, служа богам Олимпа, вся надежда была на них. И неважно, сколько вина он пил, и сколько женщин было с ним, ничто не могло его избавить от кошмаров, которые наполняли его разум. Афина! 10 лет, Афина! Я преданно служил богам 10 лет! Когда вы избавите меня от этих кошмаров? У нас есть последнее задание для тебя, Кратос. Твое величайшее испытание ждет тебя в Афинах. Где сейчас мой брат Арес ведет осаду, пока мы говорим? Афины на грани уничтожения. Именно из-за Ареса мой великий город умирает. Зевс запретил богам разжигать войну между собой. Именно поэтому должен быть ты, Кратос. Только смертный, натренированный богом, имеет шанс победить Ареса. И если я смогу сделать это, убить бога, то эти видения, они закончатся? Заверши это последнее задание, и прошлое, которое терзает тебя, будет забыто. Верь, Кратос. Боги не забывают о тех, кто верит в них. Оставив мертвую Гидру позади себя, Кратос снова поднял паруса. Его величайшее задание и освобождение от нарастающего безумия предстало прямо перед ним, в древнем городе Афины. Да. Последнее финальное задание начинается у Кратоса от богов. Нифига себе у него тут, однакось, все устроено. И главное, башка какого-то тролля валяется. Ну, Кратос, как всегда, в своем духе. Рогатый тут всех
девки думают, что тоже на стене не очтятся. И, ну, я так чувствую, и им скоро там найдется место. Вот так вот. Ну ладно, друзья. Думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже выполнять задания богов в следующей серии. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. И если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие прохождения на моем канале, включая прохождение по другим видеоиграм, связанных с God of War, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру. И не забывайте заходить в группу в ВК. Все ссылочки снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока.